Приветствую, давно не было мукбангов. Мой один, ну вот самый любимый салат, все-таки не один из любимых, а все-таки самый любимый цезарь с куриной грудкой. Все хочу сделать его с креветками, но это очень дорого. С креветками будет фунчоза. Так, я уже навернула большую тарелочку. Все-таки вот эта зелень уже такая своя. Ну, не знаю. Секунду. Так вот. Вообще, давайте тогда о витаминах поговорим. Так вот, это вот своя зелень, вот это вот, вот свои вот уже. Ну, хотя бы просто вот этот элементарный салат. Это для меня, знаете, как... Глоток здоровья. И такого, я не знаю, вкуса просто, вкуса жизни. И вот, кстати говоря, все, что зеленого цвета, это природный антиоксидант. Это вообще профилактика любых болячек. Я ведь обычно тоже всегда высаживаю салат. В этом году пошло что-то не так. Также вот таким природным антиоксидантом, самым сильным, является, конечно, зеленый чай. Вот пусть хоть кто хоть что мне говорит про него. Вообще любой травяной чай. Я вот сейчас все пила ромашку. Так что... Кушайте овощи. У меня, кстати, сын уже не подросток, скоро 19 лет, он не любит овощи.